have ways of blowing things up. Что ж, здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Пойдем гулять по торговому центру. Пока что не спеша. Банкоматик тут уже распотрошили. Мне вот интересно, Финтика банк, кэш депозит. Чуваки, если это торговый центр заброшенный, фиг ли тут делают автоматы? Я понимаю, кто-то оставил тут парочку манекенов, там вам влом было вывозить. Окей, это вообще не проблема, я это могу понять. Но брошенные автоматы, брошенные там куча всего, это же денег, блин, стоит. Мне кажется, что это дорого, или я ошибаюсь как-то. А вот, поэтому это интересно немножечко. Хотя вообще, знаете, брошенные торговые центры — это немножечко унылое зрелище. Буду честен, я ни разу не видел ни одного брошенного торгового центра. Как-то не доводилось. Во всех странах, где я бывал, такой печальной картины не было. Но я знаю, что Америка известна подобными вещами, поэтому не буду прям сильно по этому поводу говорить, что это невозможно. Но просто, вот, кто, может быть, знает, можете написать, пожалуйста. Мне было бы интересно. Итак, one spark can save your life. Угу. Sparking. Король вспышек или искорок. Одна искорка может спасти вашу жизнь. А тут у нас Brubaker Hall Wedding Collection. Свадебная коллекция. Это типа для шафера. Скорее всего, вряд ли жених будет в таком костюме. Меня грузит? А? Иди нафиг, блин. Это ж... Вам нормально, что, типа, вы не замечаете, что вас снимают, что там робокопа вообще должно быть слышно всю стоянку? It's the new guy. He's waiting for some bigwig to show up. He's planning to do some psycho presentation. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Robo? Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. У тебя же зажигалка. Ты же единственный, кто может его отрубить. Блин, ты чё, что ли? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble. There will be trouble. У меня 12 патронов. 12 патронов не хватит, чтобы тебя ушатать. Ха-ха-ха. Даже 3 патрона хватило. Где? Чпуньк. Нравится этот звук. По-моему, чисто из-за этого звука можно не убирать улучшение о кровавом этом. Я тебя вижу. Он тут где-то за стеной. Ой, он сам себя убил, по-моему, да?
пуля отрикошетила. Чувак совершил ритуальное самоубийство. Кресло схватить? Оно многоразовое? Неплохо. Оно не развалилось после всего этого. Извините, что? Кресло выбивает вот такие куски. Ху-ху-ху-ху. Неплохо. Так, у нас ничего интересного. Бутылочку надо было разбить. Да что это оно вдруг? Ясно, ясно, ясно. Лучше все это сразу сдетонировать, потом оно взорвется. Мне это не надо. Колеса, кстати, целые остаются. Ну ладно. Не будем сильно цепляться. Робокопу наваляли. В смысле, тебя можно просто машиной? Ну, в принципе, да, наверное. Давайте без сбоев системы. Хрена себе. Как вы выжили после такого столкновения? Дайте мне пушку. Нет, давайте без глюков. Не-не-не, ребят, мне еще пока что рано. А если повезет, то мы с вами вообще не увидимся. О, меня вернули, здравствуйте. Ага, его просто об столб ушатали, поэтому он... Банка просто текстурочка, ну, в принципе, не проблема. А к чему это сейчас было? То, что у него до сих пор остаточные воспоминания? Окей, это не проблема. Мы же все-таки используем мозг Мерфи, поэтому, естественно, в нем будут и остаточные воспоминания. Знаете, что мне вдруг интересно стало? Не знаю, это где-то объясняется по лору или нет. Как у него проходит обновление тканей? Ну, то есть, кожа и всякое такое. Она же должна время от времени как-то обновляться, строить новые... Я понимаю, что он там питался вот этой вот кашкой. А вот, но за счет чего идет обновление клеток? Извиняюсь. А вот, мне просто интересно будет как-то порыться. Может быть, я потом посмотрю лор немножечко первых пары фильмов. Я их вроде хорошо помню. Может, есть какие-то мелочи, которые я упустил, потому что я их смотрел достаточно давно. Опять же, раз у нас действие происходит между вторым и третьим фильмом, а третий фильм мне, честно говоря, не очень нравится, и потому что там сменили актера, и потому что ну, там стало уже много разной ерунды, которая несовместима с крутостью. Да ну блин, глюки. Естественно, глюки. Я не хочу глюки. Меня это так бесило во всех Far Cry'ах, то, что есть глюки. Меня это бесило в Max Payne. Max Payne офигенная игра. Но вон те уровни, где он ходит по подсознанию под крик ребенка. Блин, ребят, если кто не смотрел на прохождение первого Payne'а, игра офигенная, я ее обожаю. Но я в нее очень редко переигрываю именно из-за тех самых уровней. До сих пор крипово. Ну не то, что крипово, это подбешивает немножечко. Мы в какой-то хоррор перенеслись. Я не хочу хоррор. Меня вполне устраивала предыдущая схема Робокопа. Я не то, что прямо хотел бы какой-то новый геймплей, поэтому... К тому же, ну, блин, процессор-то... Это манекены. Они даже не сканируются, так что с этим все в порядке. Я повалю на всякий случай. А с другой стороны у нас что? Может, под лестничкой что-то заныкали для меня, кстати. Опа! Здрасте.
Пустой контейнер. К делу не относится. К какому делу? Почему он пустой? Где мое добро? Вы че? Скидка 50%. До 50%. Блин, ну честно говоря... Да, положили ведь. Знали, что я сюда загляну. Он такие... А, ну на тебе пустой контейнер. Причем его нужно было еще и просканировать. Да, да, это весело. А можно без вот этих вот глюков? Дружище. Твой костюм оказался непригоден таким испытанием. Блин, это все сейчас его глюками накроет. Прикиньте, я сейчас выхожу, это настоящий торговый центр, это все люди. Смотрите, этот призрак из... из Пэкмана. Тут можно на второй этаж. Понял. Возможно, кстати, этот торговый центр был открыт... Это не манекены. Возможно, этот торговый центр был открыт, когда Мёрфи был жив. Он здесь был то ли сыном, то ли что-то такое. И это не манекены, это люди, которые здесь тогда ходили. Это так его воспоминания цепляются за то, что было. Чисто мое предположение. Возможно, вот вообще ни разу не правда, но мне что-то кажется. Раз уж разрабы с нами решили играть тут в мозговые игры. Что у нас карта говорит? Карта говорит, что у нас тут вроде нету ничего важного. Можно подниматься наверх. Но опять же, визуальный осмотр никто не запрещал. Да-да-да-да. Да-да-да, ха-ха-ха, смешно. Ахаха. И сейчас у нас два твиста. Или это его воспоминания, или мы сейчас ходим по какому-то нормальному торговому центру. Это люди, и мы им просто сносим бошки. Хотя, учитывая, что при каждом глюке они все поворачиваются к нему лицом, смотрите. Вот этот пацан смотрит туда. Murphy. Да, видите? Over here, Murphy. Они все повернулись ко мне, еще и за мной появилась вот эта фигня. Так, мне явно туда. Третьего этажа тут... Нет, он тут есть, но я туда не могу попасть. Ла-ла-ла, так вот оно жить внутри поврежденного мозга. Призраки прошлого. Сейчас тут глюкнет, и они все окажутся в магазине, смотрите. Не? Ладно. Dad? Is that you? Не-а. You... You look different. Конечно. Конечно, пацан. You're scaring me. Конечно, пацан. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. It's I don't know what it is anymore. Просто обход? Зачем? По сути, тут я согласен, что от Мёрфи в смысле закрыто. Что за фигня происходит? Почему там закрыто? Это же вот эта дверь. Да.
Вот тут наркомания пошла. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Это вот эта штука, я видел с той стороны. Тут куча народа только что была, бах, они исчезли. У нас в глюках не будет ни одной улики, ничего. Приходят и уходят. Но после этого нам явно надо отправиться в полицейский участок. Я не надеюсь, что не будет битвы с боссом вот в таком вот виде. А вот мы и на третьем этаже. Привет, дебилы. Лифт. Ладно, ребят, думаю, с этим пора заканчивать. Ну, то есть, трехэтажное брождение, мы поняли, глюки, тут все, пятое-десятое. Выход. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. Ну, это даже не обидно, это правда. You're just the rotting remains of Alex. Вот-вот-вот, насчет гниющих останков. You're something that should never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase you. And we will. Just come to us. Давайте без странных загадок. Да ну блин. Наконец-то. Меня такие моменты бесят. Это, кстати, один из приколов, почему я не играю в хорроры и всякое такое. Не, даже не потому, что страшно, а потому что они начинают просто с твоим мозгом. О, смотри, такая же комната. О, смотри, такая же комната, такая же комната. Ты просто ходишь, 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 и ты не понимаешь, так надо или ты делаешь что-то не так. It's the crap that is stuck to our ship. A cuckoo egg planted by OCP. Такой же, как цыпленок вот сзади тебя. We must smash that thing. Да мне пофиг, что вы скажете. Давайте, все, поехали. Я так понимаю... Не важно, что я сделаю, да? А можно, пожалуйста, не... Не крашится. You're not one of us. You feel that too. Don't just die on me. Okay. Отправиться в квартиру, что, блин? You're back. There's coffee in the kitchen. Do you like it? The mug. World's class husband, лучший в мире муж. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Hey, you fixed it. Remember, I'm playing a game this afternoon. Dad wouldn't miss it, would he? Oh.
Какая блевотная серия. Зачем вы это делаете? Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Нет. Отправиться на работу. Подожди, я не был на втором этаже еще. Тут не... А зачем вот этот угол тогда здесь, если тут нету второго этажа? Охренеть. Это просто максимально тупая вещь. Ну да, это как раз то место примерно, где его и убили, плюс-минус. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. Пожалуйста, давайте без боссов, без всякого вот этого гонища. Everyone wants to be back home with their families. Be back home. Ага, вот. Это когда мы пришли, кстати, за Лысым, нам показали, что потом место, где его грохнули. Сбой задания. Не, ну... Let's take a stroll through your home. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing. This is a one-family house, built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten. Why do you want to remember that? Он помнит свою семью не потому, что он какой-то человек и всякий такой, потому что его мозг используют как базу для робота. Ну блин, ёпер СТ. Разобраться с Алексом Мёрфи. Алекс Мёрфи, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. Да, это правда. You think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Я специально не стал смотреть, кстати. Don't forget who you are. Alex Murphy. Льюис и многие другие, мне кажется, они как раз совершают ошибку, потому что... Get up, for God's sake. Ортис, серьезно? That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski? Haven't you had enough yet? You are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Dwight. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket?
It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Мне это вот, вот эта вот глава, эта серия, мне она максимально просто не понравилась. Куча надуманной психологии, все как-то забито, элементы хоррора. Фу, блин, зачем вы это сделали? Игра абсолютно поменяла курс. Так нельзя. Я думал, что у меня сейчас будет веселый шутанчик в торговом центре, а вы мне вот такое устраиваете. Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. Despite his glitches, RoboCop was able to capture Antonowski. The malfunction has again been caught on camera by our own Samantha Ortiz. Скотина! RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding its status as a machine. Ну скотина же! Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. Mm-hmm. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital mm-hmm. for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and the old man is on his way out. Could this day be any better? Geez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Mm-hmm. Во-первых, поинт. Далее. Фу, блин, какое же отвратительное задание было. Я не могу просто. Так, в какую сторону? Мы сюда шли, да? Так, после evaluation пойдем. Отправиться в изолятор. Изолятор подождет немножечко. Сейчас мы везде все походим, посмотрим. Интересно? Ну смотри, смотри. Здесь пока никого. Может, какие-то интересные бумаги найдем. Привет. Твой офис после, да? Хорошо. У нас выход в гараж. Ну-ка, на сервачок. Вот эта фишка, что мы, кстати, каждый раз возвращаемся на базу и всякое такое, это еще одна тема, чем он там напоминает первый Deus, когда мы постоянно возвращались на базу и Надко. Вот, после каждого задания, это была прикольная тема, и на базе каждый раз что-то немножечко менялось и что-то появлялось. Также и здесь. Второстепенное задание. Почему я туда не могу попасть? Так, просто стрелять я не хочу. Извиняюсь. Что-то немножечко. Не то чтобы приболел, но горло першит. Что я могу с этим поделать? Pickles? Ты здесь ночуешь, типа. Ты говорил, у тебя тактика такая. А почему я не могу с тобой поговорить? Журналистка просто кусок говна. Серьезно, я ее ненавижу. Эта тварь, она второй раз уже меня подставляет, а потом... а почему ты так со мной? Зачем ты отдал мои вещи? Блин, я бы тебя убил бы нахрен, если бы у меня была такая возможность. Но игра заскриптована.
Привет. Да, говорить про Мёрфи при Мёрфи, ну, это вы молодцы. Видимо, я пока не обнулюсь, у меня тут ничего не произойдет. Опа, что? А, это новости. Are you having problems getting a hospital appointment? Are you tired of being at the mercy of those never-ending waiting lists? Do you feel powerless? It's time to take the control back. Take part in the Family Heart Raffle and play the odds. A single ticket is your chance to win a mystery medical Охренеть. Service. Лотерея. Розыгрыш органов, да? Офигенная лотерея. Ладно, поехали. Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Тут и дело то же самое. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Дайте мне опыт. Нападение на здание суда? Там на этой локации было нападение на здание суда, и я этого не заметил? Разборки в магазе? И каждый раз я пропускаю какую-то, типа, четверть локации, сейчас поверь, ладно. Хорошо. Секрет обнаружен в центре города, секрет торгового центра Джунбери. Это, скорее всего, то, что под лестницей в центре города не обнаружил. Все нарушения обнаружены, да. Все заложники из здания суда не спасены, потому что я не нашел здание суда. Вещи Саманты восстановлены. К черту их. Почему мне это считают за минус? У меня был вариант просто отдать их или не отдать. Это не должно быть фейлом. Улики преступления 500. Б. На самом деле обидно про нападение на здание суда. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Наконец-то кто-то оставит мои права. Хочу, чтобы меня оставили в покое. В смысле, наконец-то? Я хочу, чтобы меня оставили в покое. It is no one else's business. Understandable. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Какой же он человек? Он труп. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Машине это не нужно. Ну, короче, ребят. Машине это не нужно. That is not something a machine needs. So that's how you view yourself in this context. The idea of granting you human rights is a very important issue. But no more important than the main reason for today's session. Many people might have seen some of your glitching on TV, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards Чувак, either of them? Чувак, там просто это глушилка стоит зажигалки. Просто расколупайте зажигалку. Может быть, я не знаю. I do not know. Don't worry. You're not alone on this. I am here to help you figure it out. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently. No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Искаженные образы из прошлого. Corrupted visions of my past. I think we're onto something.
Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's march. Это неправда. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Погоди, следующий сеанс будет финальным. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to Reed? Конечно. Someone there wants to speak to you. Я видел Пиклса, я мог с ним сразу поговорить. Так, выносливость. 3 поинта мы сразу докидываем. Остается последний. 275, далековато до следующего поинта. Ну, сейчас посмотрим. Так, задание... Еще не конец. Погодите, вы же не будете мне говорить, что это уже конец игры? Ну, я понимаю, что она называется «Еще не конец», но... Черт. Этого не может быть. Это да. Шаги у него очень узнаваемые. Well, your buddies found me with some nuke that I bought with that money that you let me keep, remember? Mm-hmm. It turns out that the legal amount that you can carry is 0. Can you believe that? Mm-hmm. Представляю. I can and I do. Yeah, you're the one who'd know. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We? We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. Ну, конечно. I want to know who. Он же мозги похищал и для OCP. Он сказал, один босс. OCP создала Робокопа. Они на основе мозгов хотят делать других подобных киборгов. Ну что ж непонятного? Good. Talk to you later, partner. Alligator. Нет, спасибо. Да что ж такое сегодня? Горло прям першит, ничего не могу сделать. Я уже и попил, и всякое такое, а все равно не такое, и короче, да. Ладно. В этот раз полицейский участок, на удивление, скуден. Если так можно выразиться. Hey, наконец, по крайней мере, избавился от этого придурка после ранения. Жаль, что он так быстро вернулся. Я не понимаю, зачем тут это действие. Оно ни разу мне ничего не пригодилось. Подожди, дружище, я к тебе сейчас зайду. Я не спорю. Сейчас еще раз посмотрю. You're one cold lady, O'Neill. Прикиньте, на здании суда происходило нападение. Я до сих пор просто не могу поверить, что я провтыкал такую вещь. Где там вообще было здание суда? Начнем с этого. Здание суда, здание туда. Ладно, поехали. Murphy, in my office. In my office, да. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? Слушайте. То, что мы поймали
новенького и то, что у старпера случился приступ. Возможно, у старпера случился приступ, потому что сорвали его планы, или же у него случился приступ, потому что младший хочет что-то натворить и хочет избавиться от старшего, поэтому... All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. Да. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about it? Нет, он дебил. В первую очередь он сотрудник OCP. He is an OCP employee first, police officer second. I know what you mean. Maybe having him listen in on your meeting with Becker will give us some definite answers to what his priorities are. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Нет. Она очередной шпион. She is likely working with OCP. I was afraid you'd say something like that. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Она в том-то и дело, что она хорошая, добрая, не торопись, сделай то. Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. Мне кажется, и возможно я ошибаюсь, потому что она слишком хорошая и добрая. Она психолог в первую очередь. Она должна понимать, как это делается, как втереться в доверие, как получить больше информации о тебе, о сбоях и всякое такое. Поэтому мне кажется, что как раз это самое очевидное. Ребятушки, тогда предлагаю на этом серию будем заканчивать. Посмотрим, что там будет дальше. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем лодышек. Всем покеда.